как я хочу снять. Вот мальчик с девочкой пошли заниматься серфингом. Холодно сегодня. Очень холодно. Но у них такие специальные костюмы. Они долго тут собирались, пристегивались. На ногу вот этот шнурок, который цепляет их вот с этим серфингом. Или как это называется, этой доской. Волны такие хорошие сегодня. Так, пока они идут, я сейчас быстренько так кусочек пляжа сниму. Кусочек пляжа. Мои собираются. Дуглас, его сын, его жена сидит на ступенечках. Честно, сейчас в воду не полезла, холодно. Переоделась. Давайте, давайте, ребятки, давайте. Покажите нам супер-класс. Это, по-моему, даже русские ребята. Только что встретила русских ребят. Парня с девушкой. Тоже из Орландо. Поболтали немножко. Я говорю, а чего вы не ходите на русские встречи? Она говорит, я даже не знала. Скорее всего, что это они и есть. Okay, I'm going. Ладно, сейчас я пока покажу песочек. А потом с песочка буду подниматься и это. Ну, они пока доплетутся туда. Сейчас я ключи дам и все. Хочу поснимать. Ладно, я сейчас сверху сниму. Так проще. Did you get everything? Do you need help? What? Do you need help? I can get it. Yeah. Yeah. You okay? Вот они сейчас куда-то заплывут, а потом оттуда будут плыть волну и на берег. Наверное, мне не удастся снять, потому что меня уже торопит. Ладно. Ступенечки такие красивые. Как красиво! Отсюда видно. Итак, где эти ребята? Вон они. Они еще не... Нет, не поймали еще. Одела теплую куртку и шапку, честно. И вот она какая сказка. Вон впереди тоже вода блестит, переливается. Ой! Здорово, здорово. Сейчас, наверное, часа два или три, может быть, дня. И вот тут, вот сюда спускалась, я сюда спустилась, тут так тепленько. Оно закрывает вот эта стеночка закрывает от воды. И ветра совсем нет. И тут так тепло. Так хорошо. Вот этот мостик под мостом. Вот такой вот мост. Там что-то валяется, копеечка какая-то. Но я за ней не пойду. А вода переливается. Красотища! Красотища! Людей мало. Ну, потому что еще не сезон. Все-таки холодно.
Все. И вот, вот rip current. Это часто бывает. Rip current — это течение вот такое вот, как бы разрывающее. Человек, людей просто уносит вглубь воды, и бывают даже случаи, что люди тонут довольно часто. Ну, как бы не редко, конечно, но часто. Ну, опять неправильно сказала. И вот нарисован вот этот вот, вот это течение, как оно уносит людей. И по телевизору всегда предупреждают, когда. Он не всегда бывает. Иногда бывает, иногда не бывает. И вот впереди, как я уже показывала, Кейп Канаверал. Вот оттуда запускается, вот оттуда видны ракетные установки. Оттуда все это запускается. И мы из дома смотрим. От нас видно, когда взмывает в небо ракета. Там у меня тоже видео есть, когда шаттл взлетал. Ну все. До свидания.